Каждый четвертый турист из Сибири этим летом предпочел за границей отдых в России. Чуть меньше половины решили не изменять традициям и отправились в отпуск в другие страны. Но каждый третий вовсе предпочел остаться дома. Средний бюджет отдыха на территории Российской Федерации около 70 тысяч рублей на человека, за границей 100 тысяч. В списке городов, где можно интересно и недорого провести время, и Новосибирск. Сюда все чаще едут томичи, кемеровчане и томичи. Зачем? Попытались выяснить мои коллеги. Томичи чаще всего приезжают в Новосибирск за покупками. А вот жители Омска по этой причине в путь отправляются редко. Объяснить это можно тем, что там, как и в Новосибирске, есть своя Икея. По выходным маршрутки и автобусы из Томска привозят покупателей прямо на парковку мебельного супермаркета. Шоп-тур стоит от 900 рублей. Отдельно оплачивают багаж. Приехали для дома что-нибудь новенькое купить, обновить интерьер. Ну, нет у нас таких магазинов. А здесь вот что-то такое стильненькое, интересненькое всегда. Готовы тратить несколько часов на дорогу ради шведской мебели и кемеровчане. Часто едут семьями. А кроме шопинга планируют и развлечения. Мы совместили еще с тем, чтобы ребенка в зоопарк свозить. Поэтому за один день сразу несколько дел сделать. Отвезти технику в ремонт Apple, которой у нас нет в городе Кемерово. И заодно заехать в Икею. Зоопарк сильнее всего притягивает жителей Омска. Но и другие сибирские города похвастать такой коллекцией животных не могут. А теперь здесь еще и дельфинарий, и океанариум. Для водителя из Барнаула Андрея Котлярова маршрут в новосибирский зоопарк один из самых прибыльных. Много людей? Ну, у меня 61 человек, сюда полный. На парковке автомобили с алтайскими, томскими, кемеровскими номерами. Да и новосибирцы своих гостей в первую очередь везут именно сюда. Все так хвалят, конечно. Ну, решили на выходных приехать, посмотреть, как бы, и животных, ну и так. Отдых, скажем так, очень хороший. Ну и город, соответственно, здесь. Места, говорят, красивые. Еще одна причина, по которой жители соседних регионов готовы ехать в Новосибирск, это концерты. Звезды мировой величины предпочитают выступать в городе-миллионнике. Ну а фанаты уже вынуждены подстраиваться. И ради долгожданной встречи они готовы преодолеть сотни километров. Кемеровчане магазинам и зоопарку предпочитают именно концерты. А из Омска ради этого отправиться в путь готов только каждый пятый участник опроса. В российских турне знаменитостей именно Новосибирск зачастую оказывается конечной восточной точкой маршрута. И поклонникам проще приехать сюда, чем в Москву или Европу. Ну, это получается такой день приключения. Как есть люди, у которых есть такой дух фестивальный. Они любят просто тусовку, любят гастролировать, так же, как, наверное, артисты. Вся жизнь на колесах. Подведем итоги. Кемеровчане чаще едут в Новосибирск на концерты, а мечи в зоопарк, а жители Томска за покупками. Многие опрошенные признаются, что в ближайшее время обязательно приедут в Новосибирск и ради отдыха в крупнейшем в стране аквапарке. Лидия Захарова, Максим Федосеев, Константин Стремоусов. Новости здесь, Новосибирск.